Друзья, добрый день. Это отель Калимера Sierra Club. Находится он в Турции. Друзья, добрый день. Сейчас мы возьмем отзыв у отдыхающих в отеле Калимера. Друзья, это Максим. Он сейчас нам тоже даст советы по отелю. Ну, так как этот отель является как бы семейным, ну, на удивление, здесь лобби-бар работает круглосуточно. Реально круглосуточно. Вот. Поэтому алкогольные напитки, если вы любитель посидеть допоздна или до утра, они наливаются круглосуточно. И для любителей возлияния большого количества алкогольных напитков, их наливают в больших количествах. Здесь нет ограничения по 4 стакана на человека. То есть, если у вас большая компания и вы не хотите ходить постоянно сами, вы можете взять поднос, вот, налить себе столько, сколько вы пожелаете, принести за свой стол и сидеть отдыхать. Спасибо, Максим, большое. Добрый день. Да, здравствуйте. Владимир, да, если не ошибаюсь? Владимир, вам повезло, я являюсь действующим туристическим агентом. И вот что, коллеги, вам скажу, и туристы тоже. Значит, отель был открыт для рынка СНГ в 2006 году. Работал раньше исключительно под Германией, потому что он принадлежит сетке LTI. Отель был, в принципе, очень хороший. Территорию я ставлю 5 с плюсом, пляжу 5 с плюсом. Питание 4 плюс, номера, конечно же, уже тянут на четверку. Поэтому смотрите по цене и качеству. Родителям с детьми возрастом до лет 14 будет здесь очень круто, весело и комфортно, потому что территория имеет шикарный аквапарк, детскую площадку, бассейн, защищенный от солнца. Все локально собрано в одном месте, вам будет удобно сидеть на стульчике, возможно, попивать свежий фреш в тенечке, и вы будете контролировать отдых своего ребенка в аквапарке, либо на детской площадке. Помимо того, что еще за ними будут присматривать и персонал, работники анимационной команды, вы также сможете своего ребенка видеть. Вот. Тусовщикам ехать сюда не рекомендую. Ребята, отель находится на отшибе далеко, поэтому выбирайте где-то ближе к Сиде, скорее всего, там, где куча дискотек, либо едьте в Лару в Анталию, здесь вам будет печально и грустно. Парочкам, ну, наверное, тоже лучше не ехать, что-то выбрать поменьше, потому что здесь очень много детей, вечером крутая мини-дискотека, очень весело и активно, но жизнь забирает в 11 ночи, в 12 она полностью прекращается. Все, хорошего отдыха, счастливо. Спасибо, Владимир. До свидания. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Сейчас у нас будет бесплатный лайфхак от Анжелы. Она расскажет особенности отеля и что, как можно здесь делать, чтобы, ну, как-то выкрутиться. Анжела, расскажите, пожалуйста, лайфхаки. В нашем веке, который прогрессирует всеми различными гаджетами, очень важен Wi-Fi. В отеле с этим, ну, не очень хорошо, но здесь есть места, где он ловит прекрасно. Вот где деревце оливковое растет, вокруг него круглая лавочка. И вот возле этой круглой лавочки есть Wi-Fi. Ищите места с круглыми лавочками вокруг оливковых деревьев. Да будет вам счастье. Спасибо, Анжела. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.